Друзья, всем привет! Мы сегодня выбрались в лес наконец-то. Уже, наверное, недели три в лесу не были. И мы очень счастливы, особенно Вакай. Он эти места знает, это голубые озера, но мы, правда, сегодня на высоком берегу, в лесу. А мы гуляем по лесу. Вакай, ты счастлив? Ты счастлив? Я очень скажу счастлив. Вот он наш красавец. Щищи. Охотятся, не переставая. Все изучает. Он уже четко знает. Один не уходит. Если я встала, он возвращается сразу. Нет, Вака. Нет, там туристов много. Пойдем. Паутины. Я их всегда терпеть не могла. Сейчас прямо до состояния омерзения. Если задело, то все. У кого так же, ребят, пишите. Ребята, посмотрите, какая красота. Нереальное. Мы спускаемся вниз к голубому озеру. Нереальная красота просто. Все, отпустила. Мы сошли с тропы туристической. Посмотрим, может быть, если и люди и есть тут, то ничего страшного. Мы, конечно, зашли в комариное место. Тут такая влажность. Проваливается даже почва под ногами. Просто влага стоит. Я думаю, мы сейчас развернемся. Что-то бурелом какой-то, конечно. Пошли вперед. Если бы не Вака, я бы одна точно. Ни за какие ковришки. Чего нас все время куда-то затащит? Все сужается уже. Тут все капец. Лес-то, смотрите, какой. Нифига себе. Тут озера, по идее, тут. Все такое зыбкое, влажное, мокрое. Раз тропинка есть, то мы идем. Уже раз пошли, значит, надо хоть посмотреть, что там такое. Ну что, Вакай, конечно же, меня не стал ждать, удрал куда-то. Ты где был? Иди ко мне быстро. Ты почему убегаешь? На бордах катаются, плавают. Вперед, Вак. Вперед, купайся. Иди купайся. Иди купайся. Иди, иди вперед. Видите, ребята, озеро имеет вот такую иллюзию. Кажется, что оно совсем не глубокое. Линза. На самом деле здесь глубоко. Ну, может, не сильно, но глубоко. Вперед, Вак. Видите, он даже здесь уже. Вака у меня весь грязный. Идем к речке, будем купаться.
Мы наконец дошли до нашего места. Лака, иди купайся. Можно, купайся. Тут водичка холодная прямо. Я даже не могу постоять по колено в воде. Ледяными источниками она, конечно, питается здесь. Скажи, так долго шли, что уже ничего не хочется, да, Вака? Красавец ты мой такой. Красавец, мальчик мой, да. Тихо. Кто это такой? Кто это такой? Такой-такой. Такой-такой-такой-такой. Вакаха. Такое ощущение, что вечер. А еще утро. Пасмурно еще немножко. Ну что, купайся и пойдем обратный путь. Нам далеко с тобой, через весь лес и озера. Иди купайся, купайся. Ай, такой, такой, да. Поближе к маме специально. Друзья, хочу вас предупредить, после этой прогулки сегодня мы сняли с Вакая где-то 18 клещей примерно, а может быть даже и больше.